Вот что кто гусечка дрит. Русма победа больше наша. Русма все равно армяне очень мало, зато мы армяне. Настоящие армяне свою мы всегда добьемся. Очень тяжелое положение у нас армяна, очень трудно. Кризис, который мы не можем всегда выйти. Почему? Потому что у нас нет поддержки. Нету вверху никого, все турки. Окружается эта мафия, которая поддерживает. Что это все знают? Наших ничего нету. Они только одно опасаются, что христиане сегодняшний день мир стоит за армян. У нас это поддержка. А внутри мы должны соединиться все. У нас нету плохой армяне. Один кулак мы должны бить. Спайка должна. Спайка, если не будет у нас, мы тоже пропадем. Пропадем. Сегодняшний день не надо судить. Кто плохой армянин, кто хороший. Должен соединиться один кулак. Вместе. Если мы вместе все будем, не будем обсуждать, у нас среди нас не будет никакой драка, никакой скандал, победа будет. 300% за нами, и никакой разговор не может быть. Ни один рус не может уже держать армян. Но рус все равно, народ понял, с нами будут они. Потому что без них сегодняшний день нельзя. Если кто понимает, что они нам не нужны, нет, это провал. У нас очень мало метрупике. У нас нету выхода. Куда мы прошли, мост сгорел. Вернуться некуда. Мост сгорел, уже вернуться некуда. Нам надо на перелом идти. А перелом куда идти, когда сопка лобовой ничего не сделает? Лобом не расшибешь эту сопку. Надо кулак, а кулак у нас не хватает, потому что мы мало. Большое спасибо.